Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Сейчас я вам покажу, как на iPhone SE 2022 года можно сканировать QR-код. Делается это все довольно просто. Все, что нам надо сделать, это мы с вами заходим в камеру, после чего берем наш QR-код, который нам требуется. Возьмем абсолютно любой, как видите, я загуглил просто QR-код, и тут миллион. Ты, видимо, какой-то QR-код в Википедии. Может, его отсканируем. Это, наверное, не рабочий QR-код. Давайте быстренько я сейчас найду то, что нам надо. Пишем, допустим, если хотим проверить, работает ли это, пишем QR-код. Картинки открываем. Вот, допустим, первый QR-код у нас ведет на Википедию. Мы его с вами сканируем. Видите, выскакивает у нас такая вот ссылочка. Нажимаем. И нас перебрасывает на Википедию. То есть, как вы видите, все работает правильно. И очень просто. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, а также посещайте наш сайт hardreset.info. До скорых встреч!